Так, завод происходит очень просто. То есть делаем 3 раза подсос. После этого зажимаем вот этот стопорный рычаг и заводим. Друзья, всем привет, с вами Горбунов Сергей. Сегодня будем испытывать нашу газонокосилку. Первая заводка и первое испытание. Газонокосилка у нас от фирмы Хьютер, 4 лошадиных силы, 41 ширина скоса, получается 45 травосборник, он мягкий полностью, то есть полностью такой тканевый идет, 420 LT она называется, JLM 420 LT, ширина среза 42 мм. Высота среза от 30 до 70. Колеса регулируются у нас непосредственно каждое колесо. Там 3 степени регулировки есть. Значит, не система заводки. Тут есть подсос и, соответственно, заводка идет. Вот. Все. В принципе, и пластиковый кожух тут. Залили мы масло. Итак, друзья, высота травы получается где-то в районе уже 20 сантиметров. Мы немножко запоздали с покосом. Посмотрим, как справится газонокосилка с этой задачей. Держи, чтобы мне это, и вперед маленечко, толкай. Вот. Давай. Нет, я тоже смотрю, чтобы, вот смотри, пропустили, ну-ка. Сейчас вот эту траву попутаю. Назад, назад, поехали. Вот, поехали, вот тут. Подожди, подожди, сейчас. Вытряхиваем, значит, травосборник. А как его вытаскивать? Вот так вот, наверное. Оп, оп,
Оп-оп-оп-оп, он уже, друзья, он у нас полный. О. Вся трава сюда засасывается. Он у нас полный, ну, в принципе, засыпает, то есть он полностью, полностью травосборник, в принципе, она хорошо засасывает. Газонокосилки, значит, косит она достаточно ровно, хорошо. Я выставил самую высокую пока положение. В принципе, со своей задачей она справляется. Единственное, тяжело вот иногда держать вот этот вот стопор. Но тут можно ослабить этот механизм. Значит, по поводу самоходности и несамоходности, мне то, что она не самоходная, даже больше нравится, потому что она не тянет за собой, я сам могу остановиться, где-то подровнять, где-то пройти второй раз, пройти задом. Вот. Но в плане, значит, конечно, нужно прилагать усилия, чтобы ее катить, особенно где-то на неровной поверхности и где-то в горку. Да? То есть у нас тут небольшая горочка, и чувствуется, что нужно прилагать усилия. Значит, по поводу двигателя, в принципе, заводится она хорошо. Единственное, тут производитель рекомендует заливать 0,6 литра, и это многовато, то есть немножко нужно поменьше. Значит, по поводу травосборника, травосборник заполняется полностью, то есть на 90, почти на 100%, и травы у нас тут нигде не осталось. Сейчас покажу результат. Вот, в целом доволен, достаточно хорошая газонокосилка. На этом всем пока. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видеоотзывы о данной газонокосилке. С вами был Горбунов Сергей. До новых встреч. Чего? Не знаю. Он куда-то пошел. Глеб, ты куда пошел? О, все, да. Так, друзья, вот забыл показать, какая трава была в одном месте. В принципе, он с ней тоже справился. Вот только триммером осталось подкосить по прям краям. Вот видите, тут была очень высокая трава. Все, он взял эту траву.